Уже вечереет. Саша постригла меня, как обещала. Покажись, как ты выглядишь? Чем тебе не барбершоп, да? Чтобы сзади немножко подровняла, где я не достаю. Можно еще подровнять. В целом, всегда есть вариант бомбануть все на лысо, что нечего бояться. Такая стрижечка, как будто к пьяному барберу сходил, но бесплатному. Nice. Сашка, он дела свои зимние делает, готовит. Просила ее величество, ее высокопревосходительство картошечку повторить вчерашнюю. С поджарим. Малая он с этой синолиткой играет, с синолиткой. Женщина говорит, иди посмотри, какой творог. Ха-ха. Посмотри, какую картошку батя жарит. Вот это смотри. Это я возьму, а это мама возьмет, а то ты возьмешь. Да, с такими дождями поливать надо каждый день. Анюха, видела вот красотульки, какие завязались уже? Скоро будут помидорки, побольше водички, все будет чики-пуки. Огурцы у нас прям показательные такие, кусты такие навязались, ух! Папа, отцы! Мощь! Ну, морковка тоже, к слову. Гигантская. Ну, хоть какой-то перец может там завяжется. Смотри, полезла в чужую пшеницу. Ты что, сдурела? Ой. Кажется, фотка именно. Хоть во дворе, хоть. Посмотрите на нее. Окей, сяду. Давай, фоткай. А закат. Умница какая, да? Согласный? Что, Анечка, умница? Саша немного попастись пришла на вишеньку. Попсик, ты яблочко кушаешь? Анюха, а дуван будешь дуть? Смотри, какой. А ну. А ну еще. Могу. Не получается? Дуй, 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 дуй. А теперь ручками повытягивай. Вот какой хитрый одуван. И не сорвать, и не сдуть. От беда с этим одуваном. Давай, жестко, жестко с ним. А у меня сейчас не так уж. Жестко. Рано там, рано. Анюха говорит, сними, сними дождище, покажи, какой дождь. Сильный дождь. Вон Александра куда-то пошла. Ху-ху-ху-ху, что за бонусы, запеканочка. Да, ху-ху-ху. Высыпается. Какой красавец. А хрустит как? Ох, Саша тут собралась варенька вишневое закатать. Вот это уже на третий раз она вот это закипятила. А теперь собирается в банки отправлять. А, хозяюшка. Сколько получилось? 5 баночек? Я думала, будет 6. О, красота. Ого, полдесятого вечера. Так, мы поздно, ребята, вас еще не доили. Почти час дня. Мы бьем рекорды. Всем составом вот выводим козочек. Там вон соседские козочки тоже пасутся.
Травка классная здесь. Заброшенное такое место. Было когда-то здесь то ли ферма, то ли что. Тут зернохранилище, трактора, всякие весы огромные. Сушилка для зерна. Сашка, что-то тут, что ты там рвешь? Пижму? Пижму. Зачем она тебе? Сушить. Сушить. Пахнет хорошо, она да? Она от вредителей. От вредителей? Угу. О, шелковица. Классная. Вон какие-то шляпики соседские пришли к нам. Тулик, и смешной какой. Овечка. Что у тебя с ушами? Эй. У этих стоят ушки, а у этого хранители. Гуляют себе без привязи. Вау, нюки. Что это у тебя такая красота? Давай. Открой рот. Широко. Оп. Вот так вкусно. Так вкуснее всего кушать. Да. Именно. Мой завтрак. Холодный квас. Корочка с ароматом пижмы. У нас такой колотун. Саша даже печку предлагает растопить. Вон кабаны уже начинают перьями обрастать. Саша радуется. Да? А сливка красавица. Еще неделька и поспеет. Саша, тут укропчик всходит, смотри. Июль месяц. У нас только всходит укропчик. Люди уже позакатывали все. Ох, а урожай. А урожай, смотри. Что такое? Сюда, там жук. Жук? Идем. Где? Он же вот тапочки твои, на. Пойдем яблочки пособираем. Наша еще одна хата. Яблонька наша. Ага, давай. О! Яблоки как зайчики прыгают. Можешь представить, как это вкусно. Мягкие, нежные. Белый налив. Сегодня малой 3,5 ровно. Сейчас пойдем накопаем картошечки, сделаем праздничный ужин. Вместо крупной картошки у нас вот крупные вот такие вот червячки. Много их. Второй куст уже 4 штуки нашли. Ну, на такое количество картошки, такое количество жуков, я такого еще не видел. Я не знаю, как я ее буду мешать. Сашка говорит, такой картошки, как я, больше никто не готовит. В смысле, невозможно есть. Вот, и все это дело сейчас перемешать. Интересно, кто вас ждет поутру? Меня ждут голодные козы, голодные гуси, кури, и утки, и гусята. Ни корма, ни воды. Как вы так все быстро съедаете, а? Шарик, и твоя морда голодная, да? Я бы тоже не прочь что-то перекусить. Все-таки уже первый час. А почему вот это малышинка? Малыш, ты. Не рассыпай. Ну, у Сашки остатки вареньки. Ох, как тянется вкусно. И волнуется, переживает, выглядывает. Где их еда? Несу. Будешь? Ам-ням-ням? Оп, первый пошел. Десятка тут еще есть. А тут что? Самая главная царица. Смотри на это. Вот, порядочек. Еще травки сейчас принесу. И будет радость им. Тут Саша хочет похвастаться урожаем огуречным. Наша сливка уже почти. Еще пару деньков и будем точить. Ну, Сашина идея была сходить, набрать этого сушняка за 3-9 земель, чтобы это потом за 35 секунд сгорело в печке. Что-то мы такие потухшие сегодня. Какой план на день? Спать, пока не захочется есть. Есть, пока не захочется спать.
Папа! А хорошие блины. Кому блинов? Гулять. Сейчас, подожди, пальцы сейчас отломаешь. Гулять. Где ты? Ну туда. Нет, не туда. Давай туда. Нет, давай все-таки туда. Ну что с тобой морда мы будем делать, а? Кому тебя отдать, шарик? У меня и так уже 3 собаки, а? Красавчик. У кого-то первый блин комом, а у нас первых 2 не получилось, но третий уже хороший. Да, малыш? Ну куда ж ты со стола? Ну, похорошели, да? Похорошели на хорошем корме. Шлепики. Пришла показать, какое получилось варенька. Вишневое. Ой, хорошее. Густое такое. Сколько там сахара? Тонна? Многовато. Эх ты. Блины тебе жарь, вишню рви. Может, ты мне сеник построишь? Конечно, давай. Пупсик, а ну давай сметанки. А ну. Ням. Отлично. Лисюня. Что-то ты не похожа на козочку. На измене такие все. Лиси, давай сюда, сюда. Лиси, прыгай. Сюда. О! Ты видела? Вот уже видели? Не, у тебя так не получится. Ё, мои барашки такие чухаться любите. Козёлечки мои, козёлечки. Жалась на неё, да. Надо идти косить уже срочно. Козлятам нечего кушать. Саша где-то пошла вишню рвать. О, соседям спасибо, и подгончик. И вишни целое ведро. Я этим ребятам уже не знаю, что косить. Он бурьянов накосил с огорода. Ну, что-то едят вроде. Псёшик, ты самый мягкий, самый красивый, да? Милаш, мы тебя подержать. Гуся Саша словила. Зачем, спрашивается? Я опускаю его. Сегодня значительно сдвинул с места строительство моего сенника. Я отрезал косину и забил один гвоздь. Ну, уже темнеет, на сегодня хватит. Так, пупсики, вечереет, давай домой скорей. Или. А ну, сами зайдут. Вы промахнулись. Шлепики, я иду к вам. Позвонила соседка, сказала, там не 2 козлика, а всех забирай. Там 4 козленка и 2 козы. 6 голов. Ой-ой-ой.